Никто ничего не говорит. Так, ладно, пойдем. Следующий уровень. Чё задержка? Тырвин. Сообщение не проходит. Ох, что это тыч. Сюда. Вот сюда, сюда, глупышка. Клонов, дорогуша. Тат. Подожди, я отберусь до тебя. Я не могу дождаться. Но не слишком ли это высоко для тебя? Глуп. Я расскажу тебе секрет полезного фокуса. Ты мне поможешь? Ты видишь вон тот китон? То есть его? С его помощью ты можешь летать. А. Хватай его и просто прыгай. Делай это правильно и заберешься туда, куда тебе надо, короче. Правильно, китон? Нанго! Но внимание! Пройдет время, он исчезнет. Нанго! На. Почему поделились со мной этим? Почему я? А? Просто скажем, ты мне нравишься, ну хоть немного. И что это должно означать? Короче, постарайся. Стой! Какой наш Гастон, вот такой он Гастон, та-та-ра-та-та-ра-па-па-ра-па-пам. Ае. Я сюда хочу, или я сюда не хочу? Так, я... Окей. Небольшой комнаты с головоломками. Хорошо, 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 хорошо. Так, лево или право? Дайте кристаллик один. Сначала подумал, что можно вниз упасть. Не, не похоже. Туру-туру. Да,
Окей. Идем нам сюда. Надо было дойти до конца. Может быть, что-то открылось бы. Так, дом с привидениями какой-то. Хорошо. Кто там? Приветствую в ужасном дворце призраков. Дворецкий? Наслаждайтесь сколько хотите. Это странное и ужасное приключение. Я бы ему в рожу стукнул просто. Нет! Лола, ты боишься призраков? Я... Я вообще ничего не боюсь. Мне не страшно. Ну же, пошли же. В камеру. Ай. Ну ладно. Ну, надо было заранее чуть прыгнуть. Ладно, так. Найс. Это балет. Хорош. Так. Ра-па-па. Окей. Ну это легко. Изи пизи. А когда я успел все хп просрать? Вау. Так, ну-ка прыгни сюда. Можно до этого беленького шмякнуть? Хочу проверить. Ничего, да? Ясно, понятно. Давай, 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 давай. Хорош. Чего-то не хватает для полноты картины. Ты о чем вообще? Не буду. Блять. Я тебе уже сказал, что мне не нравятся игры по мультфильмам, по фильмам. Они, скорее всего, платформеры. По фильмам ладно еще. Куда ни шло. Но по мультфильмам это будет, очевидно, платформер, и будет плохой платформер. С плохой камерой обязательно. Бесстрашные глупые души. Гроб. Говорящий гроб. Первое путешествие ведет в одну сторону, в преисподнюю. Не-не-не. Черт побери, она всего боится? Стой. Здесь что-то не так.
А вот и они. Чё? На нах. Изи-пизи. Черт. Ну это не значит, что я в него хочу играть, если он там хороший, плохой платформер. Я не очень люблю 3D-платформеры. Монетка, я так понимаю, у этого ванап. Ну, в смысле 3D, где можно камеру управлять в любую сторону. То есть вот такие платформеры меня вполне устраивают. То есть тут либо вправо, либо влево, влево ты идешь. С этим у меня все норм. Ну да. Таких просто не очень много. Мне в это в нем нравится. Плюс, ну, здесь сюжет какой-то, ну, нетипичный для таких игр. То есть я не удивлюсь, если он внезапно станет прям жутко каким-то мрачным. Потому что в первой части так было. Теперь вам не уйти. Мерзко, верно? На. Я знаю о своей неотразимости. Давай посмотрим, сможешь ли ты меня поймать. А чуть ли я тебя должен не смочь поймать? Поймал. Наконец-то в этот раз тебе не уйти. Лучше тебе отдать нам элемент по-хорошему. Не, руки не распускай, извращенец. О, простите. И что ты делаешь, тупица? Как плохо. Ты ошибся в выборе. У меня нет элемента. Пока. На! Я киплю от злости. Полагаю, другое мы сможем найти на ползунке. Не хочу я играть в игры по мультфильмам. Джунгли. Джунгли. Хорошо. А Шош! Шош! Шош вернулся, ребят! Шош вернулся! Шош! Это невероятно! Кипящие источники. На глайдере нужно когда. Так, вот, возьми. Я арендовал доску. Мы должны на этой штуке катиться. Что с картинкой происходит? Короче, она скользит по поверхности. Ну, не знаю. Я не могу плавать, понимаешь? Сейчас не умею, наверное. Да не ссы. Давай. Но. Что значит но? Давай. Человек, который сыт кататься на такой штуке, не будет делать, блядь, сальтуху на ней.
просто... Да не, я что-то очкую, короче, прям первое, что он сделал на этой доске, сальто, я... Фронт-флип просто ебанул. Чё? Где логика-то? Уй! А, чёрт. Ну! Звезда! Окей. Да ну. Окей. Все, я уже им не управляю. Найс. Чё так тормозит-то? Ого. 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 Проверим. Нет, не работает. Я не совсем понял, в чем дело. Но в чем-то, видимо, дело. Пацаны, просто надо их обойти. Видимо, надо было кого-то хватать, да, чтобы высокий прыжок сделать. Найс. Да ёпт. Как то есть? Хоба! Сюда кактусы такие из воды растут. Найс. Так, видимо, тут ограниченное количество звезд, я одну не взял. Фу, ты не знаешь, когда уйти. Девушка мне нравится зануда, это так. Но он зануда, ну и что? Не имеет значения. Мне он нравится. Чё? Мы не можем просто здесь стоять. Она же уйдет. Кто? Кто? Мгновение уйдет. Наверное. А, нет. Ну, поехали. One up!
Я так понимаю, это one up. Ай, ну. Ладно. Фу, сука, я тебя поймаю сейчас. Так, а куда он делся? Пш! Ой! Ага, ты решил вот так вот, да? Ну ща, подожди, разберемся. Я не знаю, я держу вверх, может быть от этого он быстрее едет, может быть и нет. Я не уверен. Найс. Может еще один? Та же история. Повтор. Уровень по кругу, что ли, идет, не пойму. Как будто бы по кругу идет, не? Похоже на то. Он по кругу идет, мне кажется. На этот раз настоящим кой? Чё? Тебе же лучше. Где наш элемент? А, тьфу. Может, и моя ошибка. Ну ладно, все хорошо. Что хорошо-то? Ну, ты узнаешь. Чё? Чё это было? Мне напоминает центральную площадь. Чё? Чё? Может, ты попадешь туда вскоре? Пока. Ни хрена это не японский. Просто какой-то выдуманный язык. Произношение в котором как будто японское. Ни хрена не японское. Аж. Центральная площадь. Возвращаемся туда, значит. Ты прида. Чё, Бася Андрей? Или чё? Это один из монстров Лиарина? О-хо-хо-хо-хо! Будь по-твоему. Лептиоцветочный клоун. Охренительное название. Весело тебе?
Продолжаем. Твой, блять. Кончилось хп. Ладно. Прикольный босс. Что могу сказать? Прям сразу сходу попал в того, в которого нужно было. Шикос просто. А, это так работает. Окей, надо было просто продолжать. Я не думал об этом. И опять? Опять я попал в того, в которого нужно было? Я даже сейчас не понял, как они чем они отличаются. Так, есть. Вторая фаза. Что ты будешь во второй фазе делать, расскажи. Чего? О, нет. О, нет. Та же история. Блять, ну что ты творишь-то? Ой-ой. А-а-а. Типа надо в него попасть, когда он поворачивается, что ли? Понял, что нужно делать. Скорее всего. Так, оно это и есть, но... Что-то это сложно выглядит. Да, так и есть. Ладно, нормас. Да, блядь. Найс. Окей. Это муж цветочка из Конкера? Не, муж цветочка из Конкера — это пчел. По-любому. Черт. Найс. Убил. Неплохой босс. Интересно. Еще подумала на пальце, но мне показывает. Неплохая работа кланова. Или Арина. Благодаря этому созданию Итат я имею достаточно данных о кольце. Большое спасибо, Тихи. Можешь оставить элемент как сувенир. До следующей встречи. Пока. Ня-ма-ня. Данные. Я целюсь туда. Пока, лошара. Они просто время тянули. Все. Не более того.
получается 2. Ну, класс. А не рават ли считать птенцов, а? И нельзя ли в этот раз держаться за них покрепче? Да не беспокойся. Оставь это мне. Ты дура? Не давайте ей больше ничего в руки. Она все теряет. Из-за нее все... Из-за нее реально все проблемы начались. Вся... Вся вот эта вот... Вся вот эта херня в парке началась из-за нее, потому что она за вещами следить не может. Дом Мамета? Что? Чё это? Здорово. Чексу. Где твои руки? Привет, Су! Привет, Су, клановый друг мой. Ты, наверное, много известно о моих подвигах. Абсолютно ничего. Прости. А, я Манет. Шоумен по запоминаниям. Мои различные фокусы основаны на запоминаниях для всеобщего удовольствия. Чё? Как насчет этого? Ты овечка, что ли? Не хотелось бы попробовать? О, это напоминает мне. Не случалось вам натыкаться на куклу в своих путешествиях? Не знаю. Ну и созданы куклы памяти, понимаете? Как они выглядят, покажи. Но они все разбежались с криками. Мы хотим воспоминаний. Полагаю, что у них отличное собственное путешествие. Однако, они не слишком сильны. Надеюсь, что они не лежат сломанными где-нибудь. Если найдете их, не могли бы вы их вернуть сюда? А? Как насчет игры на время против великанов и монстров, которых я... Че? Не. Не. Нет. Уходи. Все, нет. Так. Леорина сказала данные о кольце? Кольце? Что по-вашему она планирует делать с данными? Мастер Багуджи. Ом. Ага. Чего? Кажется. Швоющее королевство? Волк имеет отношение к этому. Пора уже, пророк. Какое королевство? Место, где сражения не прекращаются никогда. Люди живут, чтобы сражаться? В время гражданской войны? Как же пробраться туда? Под землей есть путь. То есть, подожди, в этом мире есть идет гражданская война? В каком-то королевстве волк? Следуйте по подземному пути к колоколу. Имеется подземный путь? Настоящий... Плащ и кинжал? Это за дело? Чё? Плащ и кинжал? Чё, блядь? Чё вы несёте? Влево. Ну, так близко. Хорошо. Пойдем посмотрим. Волк зал. Волк зал. Шикарно. Волк зал. Замечательно. Так, просто возьмем колокол, разногласия, да?
Секундочку. Я не знаю, как это переводится. Мне просто само словосочетание «волк зал» нравится. А, вот ты тут. Леорина? Нужно больше силы. Никак нельзя сказать, что это взорвется. Тат, нужно проверить реактор. Мяу-мяу. А какой именно? Тот, который сверху? Или тот под землей? Оба. Нам нужна вся сила. Перезагрузи, если необходимо. Город Вулкан или два города, цена за дубликат кольца? Дубликат кольца? А кольцо делает свое? Шш. Хорошо, я проверю это. Шш. Шш. Что делать-то? Сражаться? Стой. Сказал, что эти реакторы взорвутся. Бесполезно бросаться в бой с ними, сломя голову. Нужно найти источник проблемы. Она упоминала, что ни один из реакторов пока не работает на полной мощности. Но Тат пошел. Ладно. Тогда лучше поторопиться. Что Тат пошел? Тат пошел их проверить, и мы пойдем за Татом. Давай так ты скажешь. Так, вверх или низ? Давай сначала низ. Подземная фабрика. Окей. Кольцо, они делают копию кольца. Понятно. А что, все оно будет какое-то, не знаю, злое кольцо? Как уже наработает? Братан, а ты можешь вот сюда? Братан. Нет? Не катит так? Ну ладно. Тогда я просто пойду дальше. Какая-то странная здесь музыка, не? Или мне кажется? Прям что-то пипец какая-то странная. Уи! У Юбисофтов халява. Че дают? Чё хотят дать? Да ёпть. One up. Два ассасина, это что значит? Assassin's Creed 2 или каких-то два Assassin's Creed? Второй. Child of Light у меня есть, Rayman Legends у меня есть. Они же его бесплатно и дали. То есть у них раздача, которая не раздача. Какие классные, да? Прям как Sony, блядь. Дают какую-то игру, которую уже давали по плюсу, а потом дают ее через какое-то время еще раз. То есть как бы они не могут сказать, что они не дали ничего. Они же ведь дали что-то. Ну как бы никто не говорит о том, что они дали ту же игру. Ну из них, как бы, ну.
Не к чему придираться, короче. Все по-честному. Интересно. Так, и что мы тут делаем? Да нич. Да нич. Привет, Данич. Дому дороги. Не-не-не, у Данича опасно спрашивать дому реквесты. Спасибо, Данич, за хост. У него опасно спрашивать, у него такой же подход к играм, как у меня. Слишком опасно это. Он мне тогда сказал, короче, я хочу, чтобы ты поиграл Черного Плаща. Я такой, блядь, а ты знаешь эту игру вообще? Он такой, нет. Я говорю, ну, ты знаешь Черный Плащ? В этом. На что он там был, Черный Плащ? Я забыл уже. Короче, там игра пасос полный. Он такой сразу, а, туда не надо, я просто не знал. Я говорю, ну он что-нибудь увидит, сразу скажет, надо в это поиграть. Опасно. Опасно. Зурбографик, знаю. Она хоть выглядит клево, но она голимая, пипец. Ну какая-то уж прям совсем неиграбельная. Тут вот так. Подожди. Зря. Окей, я понял. Окей, я понял. Хорошо. Да я, блядь. Ладно. Успеваем? Да, вроде да. Шредера в кино валил. Нормально. Хорошо. Ну вот не надо. На фейк-такси. Вводил мамку Шредера на фейк-такси. Что? А, ну...
Сын маски норм кино, когда тебе уже терять нечего, знаешь. Тебе уже за 70. Тебе нравятся фильмы Терренса и Хилла. Или как их там. Ты любишь редиску и смотреть закат. Да. А ты в пенсионерном лагере. Никому не нравится сын маски. Никому, слышишь? Никто не любит этот кусок говна. Слышишь? Чё тебе там нравится? Ты тоже, что ли, наркоман? А чё с ним не так? А чё с ним так? Хуйня. Ты вообще видел оригинал? От, блять. То есть ты хочешь сказать, что первая маска, подожди, вторая маска находится на уровне первой? Эй. Какой оригинал Доджима? Что? Комикс? Чего вы здесь делаете? Чего? Чего? Так, ладно. Поймайте меня, короче, что-то типа того. Come and get me. Вау. Какая маска до Джима Керри? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что? Так, здесь ходить-то можно? Минус первая фаза. Так быстро. Не. Ты нехорошо играешь. Чё там думаю, чё? Тебе сын маски лучше запомнился, чем сам маска? Я как вспомню эти эффекты охуительные из этого фильма. Меня ж в дрожь, блядь, бросает. Насколько там, блядь, визуальная составляющая была пососом просто в этом фильме. Ребенок не похож на ребенка вообще никак. Как будто он, блядь, PS2 графика. Собака не дотягивает до оригинального фильма вообще никак, тоже визуально. Шутки отстой, блядь. Сам он как маска, отстой. Я хз. Может, мы разные фильмы смотрели? Без понятия. Комикс-версию маски. Зачем, блять, вы сравниваете вообще комикс-версию маски и фильм «Сын маски»? Ты мне это можешь не рассказывать. Я знаю, какая маска в оригинале. С кровищей и всем остальным. О боже.
Не знаю, у меня просто нет абсолютно никакой ностальгии к этому фильму. По мне он очень плох. Тут даже не в Джимми Керри дело, что его там нету. Он просто плох. Так, и что мы делаем? А, нет. Как тебя, блядь, не сожгло сейчас хером собачьим? Окей. А что уровень до сих пор продолжается? Я думаю, мы босса победили, все, как бы уровень закончился. Странно. Странно, очень странно. Чучело бегучил. Так, это оно. Давай-ка выключим это. Да дадут ли нам это выключить? Окей. Окей. Да пусть любят, что хотят, я просто я не понимаю. Я сколько раз смотрел, я не знаю. Раз три, наверное, или четыре я его смотрел. Ни разу мне не понравилось вообще ничего из этого фильма. Должно получиться, следующий на поверхности. Единственный, кто там хоть что-то правильно, может быть, сделал... Ну это этот, который Локи играл. Более-менее. Более-менее. Но все остальное ехался. Волк Сити. Найс. Это за байда. А, ты мне объясняешь, что надо вот так делать, окей. Ну, я думал, туда надо залезть. Так чё? Айфреймов здесь вообще, что ли, не бывает? Алло. Никаких айфреймов, что сделал?